Друзья, хочу показать кое-что интересное. Вот это вот помидоры черри, мы их не садили. Вот. Они сами выросли. Мы их выбросили в прошлом году сюда. Пролежали зиму семена, сами выросли. И вот. Тут их много, много плодов навязалось. Вот. Они, похоже, поздние. Будут чуть позже спеть. Плодов много. Там если присмотреться. Вот. Но нам понравилось, что они... И вот еще. То есть они самосевные. Не нужно было рассаду. Не нужно было возиться. Там какие-то манипуляции делать. Сами сеются, сами вырастают. Так что это очень интересно. Так что мы попробуем. Может быть, запустить цикл, чтобы помидоры сами опадали, семена оставались в земле и потом, соответственно, вырастали. Сильный ствол, вот, здоровое, как вы видите, растение, листики все чистенькие. Ничего здесь нет, никаких ни болезней, ничего. Цветочки. Что вы думаете по этому поводу? У кого был такой опыт?